Приветствую вас, Александр. Знаете, есть в вашем тексте, в вашем сообщении, есть то, что меня немножечко смущало. Это то, что касается легкости. Понимаете, вы хотите легкости. Вы хотите, чтобы было легко. А легко не будет. То есть бросить курить легко не получится, скорее всего. Потому что это привычка, потому что это, ну, в какой-то степени это зависимость, да. И как бы вы привыкли для себя что-то получать в этом. И просто так, от этого отказаться, ну, очень сложно, и это нормально. То есть совершенно нормально, что, что вам сложно. Совершенно нормально. Другой вопрос. Что с этим вы будете делать? Хотите ли вы, ну, действительно это изменить? Или нет? Хотите ли вы действительно это поменять? Или нет? Потому что для того, чтобы, грубо говоря, бросить курить, вам нужна мотивация. И мотивация, ну, на мой взгляд, достаточно сильно, достаточно серьезно. Я бы сказал, вот. Понимаете, какая штука. То есть необходимо четко для себя понимать, зачем я хочу бросить курить. Почему я хочу это сделать, вот. А ну, для чего мне это? Вот. И, соответственно, тогда будете понимать. Готовы вы или нет. Или не готовы. К тому, чтобы, ну, будем бросать курить. Вам же, повторюсь, это что-то дает. И то, что вам это дает, довольно серьезно, довольно важно. От чего просто так не отказаться. Кроме того, существует, кроме физиологических моментов, которые п-
присутствуют. Существуют, значит, еще и психологические аспекты. Понимаете? Какая штука. И в частности, вот, в частности, психологический аспект связан с тем, что человек хочет, к примеру, ну, допустим, человек хочет раствориться, то есть, ну, в туман, уйти в вот это вот, в дым, уйти в дым, хочет человек. Значит, реальность, в которой, получается, такой человек живет, да, она, ну, реальность его человека, в смысле, тяготит, вот. Ну, нужно в обязательном порядке посмотреть, чем реальность может тяготить, например, вас, да, что повлекло за собой, условно говоря, за собой, ваш уход в мир. Ваш уход в мир, значит, сигарет, например. Да? Вот. История это крайне важна. Потому что просто так курить бы вы не начали. Скорее всего. Следующий важный момент. Следующий важный момент. На который вам нужно обратить свое внимание. Следующая важная история, на которую вам нужно обратить свое внимание. Это потребность в любви. Дело в том, что сигарет, это оральное поведение, а оральное поведение это вы как раз таки нуждаемость в любви. Это потребность в любви. Вот. Соответственно, очень важно, чтобы
вы эту вот потребность свою в любви, чтобы вы ее реализовывали, в том числе через работу с психологом. Без этого ситуация не реализуется. Без этого ситуацию поправить не получится. К сожалению. Понимаете? То есть, как вот вы говорите, легко отказаться от сигарет, да? Как легко отказаться от сигарет? То, что вы хотите легко это сделать, ну, скорее всего, говорит о том, что вы, может быть, не готовы, что вы ну, просто не готовы. К тому, чтобы стать, ну, самое, чтобы бросить курить. По сути. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Опираюсь на вот ту информацию, которую вы предоставили. Но, да, опираясь на ту информацию, которую вы нам дали. Так что мне кажется, что в какой-то степени это все же работа, да, ну, психотерапевтическая работа с вами, вот, и на выходе, по итогу, вы получите как раз таки избавление от сигарет, но только после обязательного получения того, что вам нужно, того, что вам хочется, того, в чем вы нуждаетесь. До тех пор, пока вы не будете получать того, в чем вы нуждаетесь, ситуация не будет улучшаться. Вот. К сожалению. Вот такой примерно ответ можно вам дать. Сейчас, опираясь на то, что вы написали, я могу только надеяться на то, что
вам поможет мой ответ. Я надеюсь, могу только надеяться на то, что вам это будет интересно. Вот, я надеюсь только на то, что вы для себя сможете увидеть что-то, ну, что-то новое и посмотреть на ситуацию немножко по другим углом. Но не видеть, что будет легко. Вот, легко не будет. К сожалению, или к счастью, легко не будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам удачи. Желаю вам всего самого доброго. И надеюсь, что вы найдете для себя тот самый подходящий вам способ бросить курить.